белорусские сайты пошли. О, мой бог. Короче, здесь один совет. Я знаю, откуда взята вот эта картинка, я знаю, откуда взята вот эта картинка. Только не надо потом мне рассказывать, что это картинки вы сами нарисовали. Я очень рекомендую взять... Я не знаю, насколько хорошо работает сейчас сайт, возможно, он работает сейчас хорошо. Но если вы хотите реально хороший сайт, то зайдите в московский директ, по окнам пластиковым. И оттуда просто скопируйте дизайн сайта. Ну, например, пластиковые окна. Потому что такой трэш, конечно, в Москве такое вообще не прошло. Нет. Сейчас даже скажу, какой. Ну, вот типа того, Русакон. Ну, что-то можно оставить с того сайта. Но здесь, конечно, все намного поприличнее. И, естественно, так как этот сайт намного приличнее, заказывать, например, будет здесь. Он просто потому, что он более аккуратно сделал. Ну, вот. Поэтому такая рекомендация. Так, пройтись. Увеличьте продажи вашей мебели уже сегодня, купив резные изделия от производителя. Дилерам 20% скидка, закажи на 5000 гривен. А это я видел сайт уже... Цена, выполняем любые заказы, наше оборудование, резьба, наша любимая работа. Выберите декор. Цен. Что-то цен не хватает. Мне как-то цен не хватает, в общем, ребят. Вот мое личное мнение. Вот это круто, кстати, гарантии, я такие тоже пихаю. Ну, или я об этом говорил, либо вы сделали до этого. Ну, молодцы вообще. А тут, короче, цен не хватает. Ну, то есть, я, по-моему, тоже про это говорил. Идет распродажа декора со скидкой, цен нет. Может, она где-то есть, конечно, но... А, вот она, цена. Ну, вот цены можно здесь написать и кнопочку какую-нибудь. По-моему, я про это уже говорил, поэтому не буду повторяться. Ура. Так. С последних. Так, бесплатный открытый урок «Научим танцевать за одно занятие». Тут кто-то обещал, по-моему, скетч скинуть. Если я ошибаюсь, то извиняюсь. Наше направление «Бразильский звук». Это я смотрел. Запись на бесплатный урок. Видите свой номер телефона для записи бесплатный урок. Но это мы тоже обсуждали. Сайт «Бонус 30». А, ну, в общем, это исправили по тем моментам, по которым я говорил. Поэтому я предполагаю, здесь все хорошо. Наше направление танцев. В марте в нашей школе танцев пройдет бесплатный открытый урок для начинающих. Шо, почему убирают именно нас? Ипанема. А, там сверху написано, да. Окей. Достижения наших учеников. Олег Николаенко. А, ну вот, да, красавцы. То, что я говорил, табличку добавили. Молодцы. Ладно, нормально, просто тут как-то крупно, здесь помельче, может быть, наоборот, ну ладно. Бразильский лук, главное, видео тоже есть, замечательно. Так, хорошо. Да, точно, это по скетчу было сделано, который я говорил на интенсиве по лендингам, по-моему. Как проходит наше занятие? Хорошо, мне нравится. Отзывы наших учеников, отлично. И цены в табличке. Вот это хорошо, мне нравится. 4 занятия в месяц, 8 занятий в месяц. Ну и нормальные цены. 8 занятий в месяц, 2800 рублей. Очень хорошо. Да, но кнопки, может, не хватает только. Мы постоянно совершенствуемся, наши успехи. Тоже хорошо, только подписать, потому что вот что такое кратитуды Максима, ну, в общем, непонятное. Я бы подписал бы. Расписание наших занятий. Хорошо, хорошо. Часто задаваемые вопросы. Тоже хорошо, даже замечательно. И нас найти. Ну, мне нравится. Вот этот сайт хороший. Прям можно поаплодировать. Дальше. Шпалер РФ, может быть, все-таки... О, открылся, ничего себе.
Ну, как минимум, что сайт не открывается, тут, наверное, уже не стоит особо об этом много говорить. Решетки деревянные, декоративные шпалеры, перголы, арки садовые от производителя. Слушайте, я вообще вот этот текст убрал, вообще. Потому что проще оставить сразу. А, не, нельзя. Тогда надо как-то отделить. Ну, каким-то другим цветом. Я понимаю, что он сделан вообще не по правилам, но просто хотя бы отделить другим цветом, чтобы было понятно, что тут есть хоть какой-то каталог или переходы. Например, шпалеры, перголы, арки. Если я неправильно называю, извините. Я в этом не очень разбираюсь. Так, кстати, у нас кто-то приходил с этой темой тоже на тренинг директологов. Это нормально, в принципе, нормально. Но если цены нормальные, то люди будут покупать. Если цены выше, тогда надо объяснять, почему. Если цены нормальные, то окей.